Ну что ж, всем привет, с вами Марк. Мы сегодня продолжаем проходить игру God of War, естественно. И мы остановились на том, что мы в прошлой серии не долетели до конца. Закончилась там серия. И по итогу мы сейчас должны это сделать уже в этой серии. У нас вот такой вот гигант. Ой-ой-ой-ой-ой! А, кстати, подожди. Они не тушат костер случаем? Блин, Атрей хорош. Ну, а вообще бы вот этого гиганта бы снести для начала. Но он уже... Ой-ой-ой, как он попал! Неприятно. Тихо, тихо, тихо. Прикрывай, Атрей. Ух ты! Блин, что-то он какой-то жесткий. А, во, все. На тебе. На тебе. На тебе по лицу. На тебе. На тебе. На тебе. На, все. Прощай. Ух. А вы что тут забыли? Отец! Но нужно вытащить гарпун. Отец! Давай в таверну. А, мы еще не всех победили. Да вы шутите? Да сколько вас? Дайте полутаться хотя бы. Тут вон лута сколько. Или там еще один же, да, где-то? А, нет. Все вымерли, по-моему. Давай, 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 давай. Хорош. Час пробил, сын мой. Посмотри, что ты натворил. Ух. Ого! У меня мысль! Прыгай! Ух! Ой-ой-ой! Жесть. И это твоя мысль? Вы оба чокнутые. Кидаем этот мир. Призраки прошлого. Главное не рухнуть обратно. Сейчас, подожди, откроем здесь профу. Или не откроем. Вообще нам не сюда? Это я так, чисто для прикола. А, иди нафиг, не хочу это открывать. Я переобулся сразу. Да блин, я ненавижу эту херню. Ладно, куда нам там? А, или нам... Подожди, или нам все и надо? А, нет, смотри. Вот у нас тут что-то есть. Ой. Не здесь ли Один хранит подсказки насчет Йотунхейма? Вообще, нам туда и надо было. Я уже понял, но... А, кстати. Ой, это что такое? Чара. Спасибо. Так, насчет про... Качки. А у нас, наверное... А, не, у нас всего 3000. Что-то нам мало дали. Ну, все равно можем что-то вкачать. А, так. Ну, давайте взмах, наверное. Или... Ну, давай. Отлично. Так, все-таки ладно. Нам придется эту херню открывать, к сожалению.
Так, где тут? Здесь где-то. И где еще? А, рядом было. Один устроил. Сразу ясно по абсолютному отсутствию вкуса. Хилки бы найти. Кстати, нам надо будет этого торговцев надо будет встретить. Надо будет у них вкачать, на чем можно там. У нас, по-моему. Блин, клинки у нас. Я что-то забыл, ладно, неважно. Ну у нас, короче, там не все вкачано. О. Пропавшая история Тюра. Наверное, Один украл. Зачем? У него всегда свои причины. Можно взглянуть? Надо же, а вот это неожиданно. Почему? Что это значит? Понятия не имею. Правда неожиданно? Голова. Значит так, очевидно, это Тюр. Он путешествует как-то волшебно. Но при чем тут великаны и почему они посвятили этому алтарь? Увы, это совсем не очевидно. А что это за руны в углах? Не руны, символы из других стран. Они значат... Войну. Да. Откуда ты? Этот мне хорошо знаком. А... Его глаза... Самоцветы. Как у тебя? Это символизирует дар видения, который мы получили от великанов. Поднеси-ка поближе. Любопытно. Ой-ой-ой. О, это очень любопытно. Что это? Тайные схемы, спрятанные Тюром так, чтобы прочел лишь он. И те, кому доверяли великаны. Прямо под носом у Одина. Я же обещал вас доставить в Йотунхейм. Как это понимать? Ты сказал, пути больше нет. Не понимаешь, брат? Один не утратил надежду, и нам не следует. Он знал, что тут есть подсказка, но ее нашли мы. И это схема ключа от какой-то тайной комнаты Тюра. Я не знаю, куда она ведет и что там, но это путь. И как нам сделать ключ? Вот это спроси у гнома. Символ на двери храма? Это переплетение нескольких рун. Мир, единство, надежда и много еще чего. Работа Тюра. Он сам сделал эту... Ладно. Так, интересно. Слушай, ничего тут повороты-то какие начинаются. Сын. То, что ты там увидел... Я ничего не видел. Ты что, не видел его? Старика? Какого? Ха. Может, пойдем? Да. Идем. Так. Вернемся в Мидгард и попробуем изготовить ключ. Где там этот гном? Так, подожди. Что-то я... Ой, нам же этот... Сюда же надо. Что-то я пытался какой-то выход найти. Я что-то подумал, что... Там выход нужен. Что нам не в центр. Нам что-то тпхнуться надо. Я забыл что-то. Так. Ай. Так, ну что? Let's go. Поехали. Ну, голова, почему ты не сказал, что Бальдер сын Фрей? Ну да. Я как слышу, каждый раз удивляюсь. А я ведь точно знаю это. Но когда думаю о Бальдре и Фрее, я... Мимир? Что? Фрея. Невероятно.
голова. Назови слабое место Бальдера. Бальдер невосприимчив к любым атакам. Физическим и магическим. Стой, что происходит? Какие-то чары не дают ему говорить. Да? Ну да, вот в чем дело. И когда же она это сделала? Так ей попала моя голова? Или когда я догадался об уязвимости Бальдера? Мимир! Да-да. Ты знаешь слабое место Бальдера? Разве? Но Бальдер невосприимчив к любым атакам. Сделаешь. Хм. А это оружие? Броня? Или другой какой инструмент войны, по которым я, безусловно, мастер? Нет? Тогда забудь. Даже если бы я хотел сделать подобную безделицу, то просто-напросто угробил бы инструменты, работая над такой дамской вещицей. А если обшить? Заварить с капом по контуру. Слои тонкие. По одному их класть. Ну хорошо, умник. И где ты мне прикажешь нынче взять кусок хорошего скапа? В последний раз я видел скап, еще когда у меня шишка торчком стояла. Да иди ты. Это что? А где ты его? Мне пришлось замарать руки. Ну так не стой столбом! За работу! Что? Ты готов работать над чем-то, кроме оружия? А почему бы и нет? Что? Я расту над собой. Тут надо обухом. Давай, расслабь кисть. Сам давай расслабь кисть. И мне нужно больше жара. Сейчас поддам. Ты будешь еще закалять сталь? Это не нужно. Я уже трижды закалил ее в жире Траугра. Видал? О, как находчиво. И чистенько. Какой же ты башковитый. Учиться никогда не поздно. Правда? Никогда. Вот и он. Стой! Чуть не забыли. Гениально. Гениально и просто. Хватит уже лыбиться. Ты меня прямо нервируешь. Да я просто рад, что вы поладили. Но у вас клеймо теперь другое. Ну, так бывает, когда чинишь то, что сломалось. Я знал. Вы любите друг друга. Да заткнись уже, малявка. Не то я сейчас тут разрыдаюсь. Новое клеймо лучше. Правда? Нет времени болтать. Так, а можно-ка у вас это... Стой. О, ты глянь, кто пожаловал. Говорил я, ничего с ним не сделается. Так, короче... Да мне пофигу, но улучшение... Так, что-нибудь вкачать мы можем? Клинки, вот. Да, новые способности доступны. Вот что я и хотел. Коготь. Так, вот это я и хотел. Так, это мы улучшили. Где-нибудь. Где-нибудь, реально. Так, и навыки, я хотел посмотреть навыки. Вот у нас открыл. А, нам пятый левел еще нужен здесь. Так, куплено. Ой, не то смотрю. А, у нас 8000 уже, можем, в принципе, качать дальше, да, получается. Так, а там у нас... Да, нам тоже здесь пятый левел нужен. Подожди, а мы... Стой. Я готов к работе. Подожди, то есть нам нужен коготь? Кто-нибудь для мальца. И все получается. Ну, тот мы вкачать не можем, да? Еще? Да ничего, потому что мне нужны навыки. Все, у нас все разблокирует, да, здесь? Да. Да-да-да. Так, у нас 8000. В принципе, я сейчас думаю просто... Тут по 3.
Я просто смотрю, да, самые дешевые. Понятно, тут все дорого, короче, можно коготь прокачать. Да, огромный урон пусть будет наносить. И шоковый стрел тоже пусть огромный урон будет наносить. Так, и что тут еще? 3000. Ладно, потом оставим. Пофигу. Теперь надо понять, какую дверь открывает ключ. Наверняка это где-то в храме. Нам же сюда надо? Или куда? Ой, подожди, что-то я... Вообще, по факту нам куда-то сюда. Куда конкретно, непонятно. Типа вниз... Не, подожди, я что-то идет, походу. А, или нам... Стой, нам же сюда надо? О, ты прав. Теперь этим ключом мы можем открыть ту большую дверь. Идем посмотрим. Вообще, какую большую дверь? Я что-то тупорылый немного. А, это... Ей идет, короче, ладно. Простите меня. Ты в тот раз историю не закончил. Что там про долгую войну? Вот-вот, дело зашло слишком далеко, и мудрейший советник Одина решил найти другой, более разумный путь. Знаешь что, я попозже расскажу. Подожди, сложно. Я не понимаю, куда нам идти-то. Дверь Тора. Угу, выполнен. А, вот. Тайную дверь Тора. Блин, а где она? Я просто не понимаю, она снизу же, типа, да, или что? Просто по этой метке не особо понятно. А, сюда, типа. А, вот она, господи. Я что-то подумал, что... Тюра, вот она. Все, я идиот. Пошли! А где это мы? Я знаю не больше твоего, братец. Угу. Ой-ой-ой. Древо! Мы под залом путешествия между мирами. Но о, господи. Почему потолок внизу? Эти двери, похоже, копии тех, что наверху. Подожди. Чё-то я опять запутался. А вот тип... Ну, это понятно, а добраться-то туда как? О, блин, я же думал, это дверь. Подожди, чё-то я ни хера теперь не понимаю. Давайте оббежим, может, тут что-то интересное есть. Можно там? Нет, не можем. Нет, здесь никак не пройти. А, тут вообще камни мешают. Посмотри наверх. Так, и что там? Подожди, это что ли активируется или что? Так. А. Подожди, и что? Наверх. Тюр использовал ту же магию для защиты черной руны. Возможно, то, что нам нужно внутри. О, рядом с дверью в Йотунхейм. Любопытно. Но достанем ли мы? Не отсюда. О. Ой, что там сзади? Так, и чё? Так, подожди, и чё дальше-то? А. Ух ты, ёперный театр. Так, комната внутри комнаты. Гобелен, наверное, тоже великаны делают. Похоже, что тут у них в большом почете. Есть что-нибудь дроп какой-нибудь, нет? Ого, кто это? Зал Тюра. Сын, эта руна значит Йотунхейм. Ну да, смотри. Мы по ту сторону двери. Дверь наоборот. Что скажешь? Отойди.
Ладно. Ой. Что движется? Удивительно. Вся комната стоит на какой-то оси. По обе стороны цепи. А без них? Можно повернуть храм. Ладно. Повернуть? Чё, блин? Вроде они не нападают. Угу. Сын, на статуях. Вижу, тут сказано бездна. Зловеще. Ну, читай. Первого раньше, последнего позже, пуста середина, и тени нет тоже. Аутер. Ты уверен, что нам нужно именно повернуть храм, чтобы попасть куда нужно? Ты сказал, что мы пройдем здесь. Храм можно повернуть. Поэтому мы поворачиваем храм. Железная логика. Ну да. Не знаю, что будет, когда мы перевернем зал, связанный с войсками. Это любопытно. Но вряд ли это доставит нас в Йотунхейм. Я бы рискнул. Хотя не знаю, может, вы с Тюром одинаково безумны? Все может быть. Так. Подожди, тут два варианта, типа, куда идти, что ли? Мне что-то хочется сюда. Снова эти ловушки. Ой. Так. Ага. Интересно. Нихера непонятно, правда? Этой серии нихера непонятно. А, я понял. Скорее всего. Надо, короче. Подожди. Да блин! О, господи, я еще не то прожал. Подожди, можешь подождать? Надо какой-то тайминг, короче, словить, я понял. Максимально тупорылый при том тайминг. Но мы не успеем пробежать. Да. Угу. То есть надо еще подержать, что ли, хз. Так, но они примерно на одних таймингах, да? Ага. Ну, я хз. Типа, окей. Например, сейчас я хз вообще. Блин. А, вон, кстати, там сверху можно было, оказывается. Я только сейчас увидел. А вот сейчас... Нихера, не одновременно. А, на самом деле, знаешь, чем рофл? Мне кажется, можешь попробовать рискнуть. Ох, я успел. Да, вот, все, получилось. А все, Трей там застрял. Ну и похер. Реально. Подожди, что я просто... А, стоп. Ну, сундук это святое. Я не могу его не залутать. Ой-ой-ой. Так, ну естественно мы ставим. Ой, блин, ненавижу я эти ловушки, если честно. Так, и нахрена нам это? Где мы это можем заюзать? Даже интересно стало. Я тут подумал, может меня пока мальчик понесет? Ну нет, ты же все пропустишь. Тебе ведь это нравится, да? Подожди.
А, или сюда. А, сюда надо было, что ли? Или что? Ничего не понял. Ладно. Это типа здесь мешает, что ли? Да иди сюда, Во. О. Да. Угу. А, подожди, мы можем тупо Что? Какого хера? Тихо. Теперь мы можем встать. Ёперный театр. Так. И чё там как-то можно проскакать он ими? Или подожди. Нет, там вроде проходов нет, да, никаких? То есть тупо надо проскакать. Понял. Фух. Фух. Пора тебе действовать, брат. Как же это опасно было. Я волновался, что не получится. Эй, это фрагмент шифра. Нужно найти еще несколько таких. Это понятно. Оставьте их в покое. Но это явно не про нас. Ну, типа того. А, или тут с двух сторон оно? А, ну, тогда и там надо бы дойти, чтобы тоже цепи разорвать. Я ж правильно понял? Или нет? Ух. Ну тут все. Тут, собственно, покончено. А-а-а. Что это за говно? На нас напало. А, он один. Ну то, что там огненная херня, это пофигу на самом деле. А, их тут двое же, точно. Ай! Нихера не понял, но очень интересно. О, тихо. Чего? Какого хера? Ты что творишь, падла? Да иди. Да ты вообще нафиг иди. Электричеством фигач в этого говноеда. Ух ты, я прям. О, почти тихо. Ну то, что в этого попали, тоже нормально. А, блин, падла. Иди нахрен. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что, он не умер? Я думал, он умер. Ладно. Да девушка что-нибудь, ёперный театр. Ой-ой-ой-ой. Ай! Нифига он... Какой это? Ай! Блин, жаль, он не горит. Все, убили. Тихо. Иди нафиг. А, я пока залутаюсь, ничего. Нормально, думаю. Понял. Блин, почему он не горит? Так, тихо. Ага. Нифига ему урона уже там надо. Тихо. Ага, спиной он там ходит. Гондурас, а? Тихо, тихо. Блин, нафиг ты ему в щит-то стреляешь? Ой-ой-ой, вот это больно было. Да все, у него хп нет. Как он живет? Я готов. Фух. Кто там? Кто нападает? А.
Отстреливаю их. Блин, пипец это, то есть получается надо через... Ой, через них фигачить, что ли? Отстреливай, чё. О, у него вообще хп нет. Да блин, убей его как-нибудь. Прости, я не готов. А ты будь готов. Ты всегда будь готов. Блин. Я понял, короче, как сделать надо. Так надо сделать. Так, подожди, а как выбираться-то? А что? Тихо. Ой-ой-ой. Вот так вот выбираться. Падла. ХП мал. Нифига их там. Так, ребята, вы ничего не попутали там? Сейчас его заметил. Угу. Да блин, как вы заколебались своими щитами. Да и хп у меня не сказать, что прям уж много, да? Умри. Блин, да чё так сложно? А, вон хилки. На тебе, переиграл. Хотел сказать, переиграл, уничтожил. По итогу меня переиграли, уничтожили. Да блин, меня просто вот эти огненные хрени раздражают в плане того, что их тут больше стало. Да не иди только к огню. Да нафига? Подожду. Давай пока подстреливай их. Да блин. На нафиг. И это еще не все. Да нах... А, он умер. Идем. Все. Еще вторая цепь. Так, это мы все сделали. Так, что тут? Никакого лута. А, мы же это залутали, ну да, точно. Ой, фух. Ой. Подожди, стоп. Я запутался. Подожди, а нам куда идти-то? А мы откуда вообще пришли? Я правда забыл, куда мы пришли вообще, я не понимаю. Но мы не отсюда. А, подожди, мы отсюда, по идее, пришли, да? Потому что они одновременно... По идее, нам сюда, что ли? Или чё? А, не, мы тут... Я конченый, да, я... Ну, я и идиот, конечно, да. А, я тут еще не залутался, кстати. Да. Так, а тут у нас как? Они просто одновременно будут? Да. Значит, нам сюда... Отличненько. Так, теперь. Это что, армия статуй? Не думаю, что они оживают, если ты об этом. Тюр считал, что в его мире солдатами должны быть только статуи. У него доброе сердце, конечно, но никак не сам его, не правда? А, это другой. Разнообразие — это очень важно. Ну да, есть такое. Просто ненавижу это. Знаю. А, я понял, походу. Мне кажется, нам надо просто, чтобы они одновременно шли, да?
типа того, наверное. А, подожди, я знаю, как это сделать. Да блин, нет. А, я, блин. Тихо. Я понял. Ну, вот так просто сделать и все. Наверное. Да нет же. А как? Чё-то это какая-то дичь. Мам, пусть там вот эта хренотень сейчас пройдет. Я вот про вот... А-а-а! Падла. Угу. Или вот... Можешь вот так? Блин. Блин, да что? Я думал, не заденет. Я, если честно, реально думал, что не заденет. Какая-то сложная загадка. Я примерно вроде понимаю, как это может выглядеть, но с другой стороны, какая-то дичь. С этой хренью. Может, я тоже. Может, типа... А. Угу, и вон там вот это последнее, да, будет. Блин, и она за них зашла, да? Вот, блин. За вот этой хероборой. Подожди, давайте просто тогда подбирать я, хз. А как-то надо сломать систему. А как я не попал? А! Ну давай вот так вот. Потом вот так вот. Падла. Угу. И чё? Вообще, подожди, давай посмотрим, понаблюдаем. Мне кажется, что что-то тут не то, не правда ли? Блин, да это нереально, мне кажется. Хотя, с другой стороны, так вот наблюдаешь, да? Такое ощущение, как будто все-таки проскочить там как-то чудом, да и можно. Да, 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 понял. А, сейчас, минуту. А-а-а. Ага, блин, да что за дичь? И что нам вот это, например, даст? Что он заработает, да? Чё, блин? Ну, типа, можем пройти сюда, хорошо. Потом, типа, я понял. Потом мы берем отсюда вот эту херню, да? Ее куда-нибудь. Сейчас. Вот сюда вот, да? А, ну да, понятно. А вот отсюда мы, грубо говоря, забираем, да? А, и что нам делать с ней? А вот ее надо куда-то закинуть. А, вон туда вот надо закинуть, я понял. Блин, не успел. Я, скорее всего, понял. И надо вот туда вот, да? Да, блин. Да. Скорее всего, как-то так. А, ну и отсюда, естественно, надо забрать. Сейчас. А, я теперь за... Блин!
А, сложно, сложно, ничего не понятно. Стой. Иди-ка ты нахер. Ща, 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 ща. Ой, блин. Ой. А, я понял. Короче, все, ладно. До меня дошло, походу. Или не дошло. Подожди, верни-ка отсюда. Мы их сейчас опять активируем. И там нужно по таймингу, да, я так понимаю. Или чё? А как? Подожди, я не понимаю сейчас. Типа надо тайминг словить, что? Они, по-моему, все равно будут работать, типа, ну, одновременно, раз нет? Фух, нет, все-таки все нормально. Никогда не он там стоит. Отлично. Так, подожди, прочитай, что тут. Пока боги не подобрели. Долго ждать придется. Нет, это они просто нас ждут. Ага. Нас ждут. Мне кажется, нас никто не ждет. Ладно, давай сейчас мы откроем топ-5 этой херни. Ну, понятно, короче. По второму кругу, по сути. Так, 42 минуты уже серия идет, понятно. Мы отфайтимся. Хотя ладно, я не знаю, сколько мы будем файтиться. Готов, так сражайся. Я тут вроде как тоже готов. Опасный момент был. У меня просто ситуация не очень приятная. На нафиг. О! Это что за рофл? У меня зажал. Подожди, а! Огонь. Я видел, что там чел. Я это все вижу прекрасно. А, ну тут легко. В плане того, что можно легко это их домой это. Да он уже весь красный, он горит весь. Я ж... Блин. Ну, Кратос, ну ты же его, по сути, еще мог просто откинуть. Давайте будем честны. Чисто физически он не с такой мощный, ты бы его сейчас в пропасть просто кинул. То есть всякий шлак ты можешь скинуть, а вот это дерьмо ты скинуть не можешь, да? Ну ладно, мы с ним очень быстро разобрались. Через огонь. Хорошо. No problem. Отстреливайся. Так. А, все? По-моему, все. Нет? А, нет, еще кто-то орет. Ну, теперь-то все. Вроде все. Так, давайте лутаться. Так, мы все отлутали, вроде бы все. Так, теперь время уходить. А, опять это дичь. А, нет, тут легко же, да? Ну да, типа того. Шли нахер. Явно кусок. А, тут тоже же огонь, я забыл. Ну как же меня это так огонь раздражает.
Мне достало это все. Ух. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, меня сейчас убьют же! Что? Если честно, я реально сейчас даже не понял, как это произошло. И как это могло произойти, я вообще в офиге сейчас. Самого же себя. Если честно. С этой ситуацией. Я тебя убил! Кстати, я знаю, как ту херню открыть. Я уже понял. Да, мы ее откроем. Ну, скорее всего, понял. Да блин, да как... Какого фига? Ну блин, тут уворачиваться сложно. Будем уж честны. Мне еще зажали, блин. Шел нафиг. Мне еще и зажали. Че у тебя там? Под электричеством уселся, блин. Но они, кстати, довольно жесткие. В плане, блин, помощи. Подожди, а если топором их фигачить? Может, топором они будут получать нормально? Там какие-то... Ух. А, да, топором надо будет фигачить, по всей видимости. Ух, ой-ой-ой. Да не, ему все равно на самом деле не особо много сношу. Все. Сын. Слушай. Перевернем храм. Слушаюсь. Стой. Давай не будем говорить перевернем храм. Это начинает казаться нормальным. Стойте. Да, тут был сундук. Впрочем, ожидаемо, как говорится. Угу. Да не, ладно, нихера менять не будем. Так, я же отхиленный, ну, теперь нам сюда. Получается. Или куда нам? А, подожди. Я что-то... Подожди, стой, куда нам? А. Кстати. Смотри, тут еще. Тут сказано Бергельмир. Мама говорила, это король Вильгельм. Да, так и есть. И не просто король. У него была куча детей. Это, малыш, еще очень мягко сказано. Никто не убивал. Великаны умирают от старости? Иногда. Но это редкость, почти сказка. Так. Сейчас посмотрим. 48 минут. Нормально. Да, напомню, час только можно пояснить. Поэтому смотрю время. Так, ну пока что все нормально. Надеюсь, сейчас никаких эпичных сражений не будет, иначе можно не успеть. Давайте поторопимся. Используй ноги, брат. Он знает. Помочь. Как говорится, помогай молча, да? Ах, хотя ладно, чё, у него всё одна голова, да? Как он по-другому поможет? Дюрный театр, что, блин? Охренеть. Потрясающе. В тот день, когда понадобится грубая сила, я... Видишь, Мимир, никто бы не справился. Не договорил. Все эти препятствия дают понять, на что мы способны. Все спорят. Мы с отцом, ты с Фрей, Синдри с Броком. Но когда мы действуем сообща, мы сильны. Это и есть испытание Тюра. Поэтому мы попадем в лёд.
Слышишь, брат? Мальчик обрел равновесие. А это что? Ты сказал мудрые слова, Трей. И я рад это слышать. Так, подожди. Что? А, вот сюда нам. Ой, господи, что это? А, вон там, господи, что я делаю? Опять не показывается, потому что не сразу, там под определенным углом. Где нож? Ну, что у нас? Какой-то путевой камень. Покажи-ка. Клянусь Аудумлой, это же камень единства. Уверен? Не думал, что он существует. Если он был у Тюра, тогда ясно, как он смог побывать во всех землях, в каждом из миров. Камень был у него. Там, среди книг Одина. Да. Да, ну вот теперь-то я все понял. Там был изображен Тюр в мире между мирами. Ты знаешь, что сходить с тропы нельзя? Вот, а Тюр всегда шел своей тропой. Понимаешь, о чем я? Мир между мирами. Путь в Йотунхейм выполнено. Следуйте мир между мирами. Ты и правда это задумал? Нашли алхимика, о котором я говорил. Конечно. Так, ну что, я думаю, на этом стоит закончить. В общем-то, оставить приключения на следующую серию. А с вами был Марк, и всем пока.